Но в случае экстренной ситуации на помощь всегда готовы прийти бойцы службы спасения Якутии. На днях они приняли участие в очередных учебно-тренировочных сборах. На учебном полигоне провели спуски, затем беспарашютное десантирование в условиях низких температур отработали на высоте 20, 30 и 40 метров над землей. Во время воздушно-десантной подготовки спасатели отработали навыки спасательных работ с применением вертолета Ми-8. Спуски будут производиться в условиях низких температур, высота от 10 до 30 метров, индивидуальные спуски. Отрабатывать будем навыки выполнения спусков беспарашютными спусковыми устройствами.